Приветствую, с вами видеоблогер Екатерина Снетко. И вот такое красивое растение, которое называется панданус. И маленькая история об этом растении. Я была в поликлинике, ждала, когда меня пригласят к врачу. И, конечно, когда увидела вот такую красоту, я не смогла просто пройти мимо, достала свой телефон и начала снимать. Я подумала, такого растения у меня еще не было. Огляделась по сторонам, погладила растение и подумала, давай-ка я попрошу у тебя маленький отросточек, тем более внизу. Этот отросток как раз был. Ну как не иметь такую винтовую пальму, как ее иначе еще называют? Так вот, этот фильм только предисловие к моему следующему фильму, потому что в этом фильме я подарила себе вот такой отросточек. А вы бы прошли мимо? Вы бы себе не подарили такой отросточек? Я попросила прощения.